Калин, третий прыжок. Благодарю. 2.10. Последний прыжок. Так, все, не считается. Прыжка нет. Так, пожалуйста. Значит, сейчас одну секундочку я возьму. До свидания, девочки. Значит, первой прыгает Нина. Да, потом прыгает Виктория. И потом прыгает. Так, Каталин ушел отсюда, ушел, сел. Пожалуйста. Первый пробуем раз, а потом первые прыжки. Так. Два шага вперед. Два шага в топ, два шага вперед. И обошла. Пожалуйста. Виктория. Хорошо. Два шага вперед. Ушла. Петря. Петря. Ниночка, чуть-чуть отойди, чтобы он руками не ударил. Так, два шага вперед. Два, первый не считаю. Значит, Петрик, хочешь далеко прыгать, значит, нужно носки снимать, Мэй. Не надо снимать, ты ж. Итак, Нина, первый прыжок, пожалуйста, на оценку. Так, метр. Метр 48. Вика. Сколько? Сколько? Метр 76. Метр 76. Сейчас. Так, и Петря. Так. Метр 96. И, пожалуйста, Нина, второй прыжок. 48. Виктория. Стоп, вот так и. Молодец. Вот так и отходи потихоньку. Сколько? Метр восемьдесят. Видишь, далеко прыгнула, хоть и упала назад, но хоть правильно ушла. Черня. Так. Метр. Метр 94. Сейчас, одну секундочку. Значит, Максим, у меня к тебе большая просьба. Значит, сейчас этот экзамен. Они сдают на оценку. Какая будет оценка, такую они поставят в аттестат. Я тебя прошу, не разговаривай сейчас. Вот сейчас я тебя прошу, не разговаривай. Я скажу, куда можно, хорошо? Так, значит, Нина, лучший результат, 1.48 м. Пожалуйста, последняя попытка. Так. 1.54 м. Виктория. Так, не считается. И Петря. Я с вами разговариваю. Не играет роли. 48. Еще раз. 98. Метр 98. Метр 98. Ушли сюда, сели. Ушли сюда, сели. Все сели сюда. Сели сюда. Сели сюда. Значит так, мы с вами сделали, выделали броски, они броски и прыжок в длину. Значит, сейчас вы будете делать пресс, это будет последнее упражнение. Завтра с 2 часов парная, с часу, хотите как часу, можете приходить, я буду. Дальше. Могу отпустить, я вас отпускаю, кто хочет, может подойти покачаться. Дальше, понедельник, работаем как обычно, потом начинаются каникулы. В каникулы мы работаем так, я с утра напишу в вайбере, во сколько я буду сюда приходить, потому что мне надо обязательно, мне надо ехать к дочке, быть здоровым, живым, поэтому буду приходить, качаться и уходить. Напишу время, хочет Макс, хочет Петря, хочет Каталин. В это время, нет, если я раньше спрашивал, когда ты хочешь, в этот раз я не буду спрашивать. Вечером я буду ходить к Александру Ивановичу, это с 5 часов,
мне нужно будет отдохнуть, потому что я быстро устаю. Значит, где-то с утра я буду приходить в лицей, час качаться и уходить домой. Будете приходить? Хорошо. Нет, ваши проблемы. Никого просить не буду. Почему? Потому что надоело. Говоришь, говоришь, говоришь. Они смеются, ничего не делают. Ну, не делают и не делают. Сейчас 3 недели, 3 месяца. Значит, все. Мы попрыгали. Сейчас пресс. Значит, девочки, вы знаете, как пресс надо делать? Знаете. Значит, смотрите внимательно. Одна держит ножки. Вторая. Ручки здесь. Поднимаешься и касаешься коленями. Ложишься, касаешься коленями. Так вы делаете, правильно? А как? Руки за голову. И касаетесь локтями. А чем? Ну, подожди. Я могу вот так вот делать. Вот. Правильно? Поэтому локтями надо в любом случае касаться. Еще раз. Стоп. Внимание сюда. Как? Да, пусть доктор Толмазан так просит, это просит. Значит, я вас прошу. Ставите руки так. Поднимаетесь и сверху колени касаетесь. Раз, два. Дается 30 секунд. Сколько у нас там людей? Каталин, Макс и Петря. Вот сюда. Мячик, пожалуйста, на место. Эти штучки сюда на место. Девочки, а вы сюда. Каталин, возьмите сюда, поставь, пожалуйста. Я буду там считать. Туда поставь, наверх. Пожалуйста, это идет оценки, это идет... Да, на запись. Итак, у вас 30 секунд. Yeah.
Так, Макс, держишь. Петре. Так, это у нас кто делал? Нина 20. Где Петр? Вот. 20. Так, Домбровский. Твое поведение не очень красивое. И кто делал? Мунтян это делал. Сколько? Мунтян, сколько? Так. Я сказал, Домбровский держи, а ты говоришь. А ты считаешь шаг. Ты считаешь шаг. Здесь моя шаг. Вот эти мои правила. Я считаю. Пушка. Приготовили. Время. Стоп. Я родителям покажу, как ты делаешь. Я выставлю в интернете и дам ссылку, чтобы родители видели. Петля. Причем здесь популярный? 14. И кто там делал? Вика. Сколько? 18. Это даже не Фетя, блин. Это даже не Фетя. Так ты будешь хорошо выступать. Это ты еще маленький просто. Но уже подходит время, когда ты уже не вернешь ничего назад. Так, сколько? 25. Так. Ага. Значит так. Руки. Руки. Девочки делали. Вперед. Девочки делали. Прыжки в длину. Делали. Кварты делали прошлый раз. Правильно? Значит, еще раз. Это еще раз. Чем выше ты подготовка, тем ты будешь урок и все остальные дела. Делай, у вас куча времени. Значит, поэтому завтра вы отдыхаете. Немножко поработать. А понедельник у вас.
Так. Теряешь время, Макс, теряешь время, дорогое. Теряешь время. Уже давно ездил по соревнованиям. Да это. Не с кем бы больше. Я тоже хорошо. А при чем здесь все спортсмены? Многие спортсмены больше. Но это не говорит о том, что они. Так, как говорит, прошу вас. Также. Thank you.
Да, слушаю. Можно.